Сотрудники Мособлпожспаса напоминают жителям Московской области о действующем в особо противопожарном режиме, который действует в регионе. По словам замначальника учреждения Сергея Прокопюка, цель режима – сократить число лесных и других крупных пожаров, которые происходят по вине человека. Запрещается разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую травянистую растительность. Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков. За нарушение правил безопасности гражданам грозит административный штраф в размере от 10 тысяч рублей. В случае, если незаконное возгорание стало причиной ущерба жизни, здоровью и имуществу, виновники понесут уголовную ответственность.